Здесь, в святом для всех нас месте, именно там, где в годы Великой Отечественной войны наши герои показывали свою доблесть, защищая и освобождая Таврийскую землю, сейчас кажется, что немножко немноголюдно. Но Геническ, Арабатская стрелка и весь район готовы планировать свое будущее таким образом, чтобы продолжить развитие. Это сейчас такое небольшое затишье, но на самом деле аграрии работают. Все, кто имеет отношение к бизнесу, к деловым отношениям, тоже работают. Мы находимся близко к Крыму, и все это вот взаимодействует между собой. Поэтому мы вот вместе с главой Генического района находимся здесь для того, чтобы посмотреть и что спланировать на будущее. Да, и находясь в этом действительно историческом месте, хочу добавить от себя, что мы однозначно направлены на развитие, созидание, процветание. Мы понимаем, да, тех условиях, которые очутился, в том числе и туристическая сфера, но однозначно это не на постоянно, и мы будем все приложим максимум усилий для того, чтобы изменить ситуацию, чтобы наступил долгожданный мир на нашей территории, непосредственно наше будущее было в мире, в спокойствии и стабильности. И мы для этого здесь и будем дальше и с Владимиром Васильевичем вести работу для преодоления всех вот этих трудностей и выстраивания мирной жизни на нашей исторической земле. И мост, который взорвали варвары при отходе отсюда, тоже будет восстановлен в ближайшее время.